в Госдуме предложили передавать пенсию по наследству. Но правящая партия «Единая Россия» отклонила законопроект. 720 миллиардов в год пропадает в недрах Пенсионного фонда России. То есть сегодня треть взносов в ПФР платят те, кто никогда пенсию не увидит. Сегодня в связи с повышением пенсионного возраста мужчины, а это 60%, и женщины 20%, не доживут до пенсии. То есть получается, человек всю жизнь работал, делал отчисления в пенсионный фонд, но вдруг скончался или прожил после пенсии очень мало. Куда денется его пенсия? В пенсионный фонд. Ведь пенсионный фонд не несет никаких обязательств перед родственниками умершего. То есть 720 миллиардов в год, вы вдумайтесь, можно всем пенсионерам России, всем, повысить ежемесячно пенсию на 1670 рублей. Но почему невостребованные деньги не отдать пенсионерам, ныне живущим? Значит, проект о передаче пенсии по наследству отклонили. А что в России по наследству? Только долги могут передаваться?